Все знают эту таблицу, но правильно ею пользоваться не умеют. Итак, проверим зрение прямо сейчас. Здоровые глаза четко видят все буквы в этих строчках. Если изображение размыто, нужны очки. Когда расплываются строчки с 7 по 10, стоит последить за здоровьем глаз. Ваше зрение пока нормальное, но может испортиться. Посмотрите на это изображение, которое можно найти в интернете. Если вы видите Альберта Эйнштейна, зрение в порядке. Ну а если Мэрилин Монро, то у вас близорукость. Если ваше зрение не в порядке, придется следить не только за здоровьем глаз, но и за образом жизни. Например, при близорукости сильнее минус 3 диоптрий нельзя поднимать тяжести. Также придется отказаться от занятий прыжками, боксом и борьбой. Серьезные нагрузки и резкое сотрясение тела могут привести к отслоению сетчатки и даже слепоте.